Привет-привет! Всем отличного вечера, отличного настроения. Собрались идти гулять? Ну как гулять? Там до друзей сходим. Вовке тут же нужно стало это, на самокате. Не на самокате, а на снегокате ехать. Вот сейчас пошла, возьму эту поджопник ему, чтоб не холодно было. Сейчас, подожди, малыш. И варежки тебе возьму, и этот. Подушка еще это. Он новорожденный был, маленький. Получается, эту подушку и варежки. Сейчас, секунду. Где варежки вот опять? Ну, елки-палки. Капец. Так. Где они? Нашла. Вот ведь перед глазами лежат старые варежки. Нет, блин, нифига не вижу. Все. Все закрываем. На. Одевай варежки и под жопу. Варежки одевай. Эту шапку Данил привез в Петербурга, кстати. Там это еще была такая это звезда красная. Не знаю, куда она делась. Даже не удивлюсь, если она у Вовки в продаже скоро появится. Ох, сегодня ветер такой, что-то как-то прохладненько, как бы мне не упасть на ровном месте. Олег, ты телефон взял? Да. Застегнись, холодно. Вовочка, малыш, как дела? Нормально? Нифига себе, опять чуть не упала. Смотрите, как классно. Вчера вообще был штиль. Вот надо было вчера идти гулять. Нет же. Нам нужно сегодня. Смотрите, какой-то ветерок. Вон видно немножко это, как сказать, пометывает. Немного пометывает, да. Ох, нифига себе. Ох. Слушайте, холодно, я еще без варежек какой-то. Как-то нифига не тепло, оказывается. Вообще не тепло. Слушай, я думала, теплее на улице. Слышишь? Вообще ведь холодно. Я уже замерзла. Может, лицо откуда, блин. Вот, с псиными своими. Офигеть. Жесть. Ой, как холодно. Ну, нафиг тебе. Вот сейчас нормально стало. Видимо, пока мы там шли, ветер в лицо был. Сейчас сюда зашли, повернули, получается. Здесь ветра нет и хорошо. Но ветер плохой. Если, получается, мы сейчас в лицо обратно пойдем, оно будет в спину. Ну, ладно, хоть так. Вовка такой едет, едет. Вовочка! Малыш, как дела? Папа? Как дела? Нормально. 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 Фух, я вообще вся красная. Капец вообще, на самом деле. Я, короче, это по-колхозному такая оделась, свою старую шапку. Старую шапку, но любимую. Я вообще ее реально обожаю. Я, знаете, ее где брала? В Нью-Йорке, в Меге. Раньше там такой бутик был, сейчас его нету. Там я брала по распродаже, знаете, рублей, наверное, за 50. Вот реально. Это еще лет 10 назад было. Вот раньше, знаете, распродажи так распродажи были. Сейчас это вообще фигня, не распродажа. Сейчас распродажа, ага, 799. Да нафиг эта распродажа нужна. Раньше на распродаже за 99 могла вещи взять. А сейчас за 799. Чёртовой матери. Слушайте, вообще скользко. Скользко, я не могу. Как бы мне не упасть вообще. Ты не замерзла? Я замерзла. Я еще это, без варежек. Без... Вот опять чуть не упала. Пойдем здесь лучше? Ну, я здесь пойду. Тут хоть снегом это замело. Тропинку. Там здесь. Круто, да? Данил позвонил.
позвонил. С друзьями хотят собраться, это дома. Ой, такое ощущение, что я иду по лесу куда-то, я не знаю, выбираюсь. Вот какого черта тебе Ильина вообще понесло, я не понимаю. В нормальную погоду лежим дома. Тут так потащило. Как бы мне не упасть, это вообще... Ой, Алла рассказывала, была в травме, у нее же там проблемы с копчиком. Инна сказала, что она сломала ногу, это не так, никакую она ногу не ломала. Она упала, и у нее проблема с копчиком. Ходила на рентген в травму. Народу умотаться вообще просто. На улице скользко, все падают. Это вот жесть, вот не дай бог, реально. Видно, да, какая? Это мой телефон. Ну, видимо, это таким образом чистится. Наверное. Сколько? Это толк, наверное. Эй, шустрик, ну-ка давай купайся. Ну-ка давай купайся. Привет. Привет. Чего? Ты прикольный какой. Я бы тебя погладила, но боюсь, ты меня укусишь. Тогда я закрою. Вот так. Мама, ты сделала опять. Нет, ты чё? Вова! Только... Чего? Не предупредились. Можно. Смотрите, вот это Арсений. Смотрите, сколько у него наград, медалей. Вся стена. У него прям вся тематика. Футбол, футбол. Петрус. Петрус. А? Петрус? Петрус. Петрус. Ну, может, я неправильно сказала? Ой, Марин. Ты чего тебе на ус? Офигеть. Ну, просто, чтобы никто не писал мне футбол. Арсений прям футболист, да? Да. Прям футболист. Это они тебе давали футболки, да? Да? Личные? Да. Потные? Ну, вонючие. Ты их стирал? Нет. Ты их стирал? Ой, не буду тебя снимать, малыш. Тишина такая. Первый раз такой. Так не мешайте нам вести видеоблог. Какой блог? Видео. Видео? Ваших детей не снимаю, не переживайте. А у вас что так тихо сегодня? Нормально. Что случилось? Вы обычно орете все, как угорелые. Так, кто чем занимается? Вовочка, что ты делаешь? В телефоне. В телефоне. В телефоне. В телефоне. В телефоне. Короче, все в телефоне, все в ТикТоке. Да. А Вовочка, ты где? А? Вова здесь. Ты здесь, да? Ну ладно. Здесь все. Никита, Стас, Дюша, Метелкин, да? Провод. Смотрите, какие подарочки. Подарочки на 23 февраля. Офигеть. Я бы даже не заморочилась, реально. Вот здесь тоже пиво. Тут на столике. Все дела. Офигеть, встать. Офигеть, встать.